Всем привет! С вами София Бартенева, и сегодня я снимаю это видео. Да. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. И это видео как хорошо быть девочкой. Вот, и сейчас мы начнем это видео. Почему хорошо быть девочкой? Хорошо быть девочкой, потому что девочкой, только девочка может наряжаться в красивые платья и наряды. Да. Вот. Второе правило девочки. Почему хорошо быть ей? Хорошо быть девочкой, то что только девочки могут краситься, носить серёжки. И еще красить реснички и губки. Да. И духами пускаться. Хотя мужчины, они тоже пускаются духами. Третье правило. Почему хорошо быть девочкой? Хорошо быть девочкой, потому что девочка... только у девочек красивые волосы. Вот. И может не одевать шарф, потому что волосы они длинные. Да. Угу. У меня они очень длинные. Не сомневайтесь. Потом четвертое правило. Почему хорошо быть девочкой? Четвертое правило. Почему хорошо быть девочкой? Потому что у девочки только есть вот такие вот красивые шкатулки. Очки. Да. Пятое правило. Почему хорошо быть девочкой? Хорошо быть девочкой, потому что только у девочки могут быть красивые игрушки, а не какие-то там танки. И вот они. Мои любимые игрушки. Та-та-та-дам. Тан-тан. А вот моя любимая игрушка. Вот она. Вот. Правило шестое. Почему хорошо быть девочкой? Хорошо быть девочкой, потому что у девочки очень хороший характер, и она более смелая. Да. Правило седьмое. Почему хорошо быть девочкой? Потому что девочка, вот, например, как так. Мама не разрешает тебя. Ну, мам, дай мне печенька. Нет, доченька, не дам. Мам, дай печенька. Говорю, нет. Посмотри на меня, какая милая с этим печеньком. Правило восьмое. Почему хорошо быть девочкой? Потому что девушки, они могут завоевать какого-то там мальчика, например. Да, и так далее. Правило девятое. Почему хорошо быть девочкой? Потому что только-только девочка, она не носит грузовые дешевые предметы. Вот. Потому что девочка это такой человек, которого нужно уважать. А мальчик все время нужно, чтобы девочки, чтобы они им помогали. Для этого и существуют мальчики. Вот. Правило десятое. Почему хорошо быть девочкой? Потому что потому что мальчикам нужно защищать девочек. Не обращайте на эту картину. Вот. И правило одиннадцатое. Потому что девочка только может развлекаться. Например, как здесь. Да. Согласитесь, это место неплохое. Вот. Не, подушка. Там сердечко. Вот, потому что только девочка может так развлекаться по-красивому. И правило 12. Почему хорошо быть девушкой? Потому что девушки, они самые красивые. Вот, и правило 13, самое главное. Почему хорошо быть девочкой? Потому что если вы боитесь темноты, вы можете кого-нибудь позвать, и на вас даже не могут говорить, почему ты там грустишь, и так далее. Вот, это было видео «Почему хорошо быть девочкой». С вами была София Бартенева, и всем пока-пока. Ставьте пальчики вверх и подписывайтесь на мой канал. А с вами папа. Я.
Всем пока-пока!